вами Питер ТВ и «Разумная экономия». Передача о том, как за минимальные деньги максимально отдохнуть в Петербурге. Лето подходит к концу, и бесплатных уличных развлечений становится все меньше и меньше. Но это не повод печалиться. И сегодня я расскажу вам, как сходить в кино всего за 100 рублей. Чтобы сэкономить на походе в кино, есть несколько вариантов, и самый простой из них – это попасть на утренний сеанс. Но мы не ищем легких путей и расскажем вам о пути втором, а именно об акциях, которые проходят во всех сетевых кинотеатрах нашего города. Мы подобрали все акции по дням недели, чтобы вы могли выбрать любой будний день для похода в кино. Сегодня вторник, и мы отправляемся в киноцентр «Пик» на день горящего кино. Пожалуйста, дальше будет. Теперь у вас есть все необходимые знания, с которыми вы смело можете отправляться в кино. Хоть это будут и не самые первые дни проката, но ведь главное – это незабываемые впечатления от просмотренного фильма, а это дорогого стоит. И помните, чтобы интересно проводить время, не обязательно тратить много денег.